Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму. Майже у ритмі танці ми хочемо презентувати вам нашу наступну гостю, вже нашу подружку, можемо навіть з якою будемо також не танцювати, але щось цікаве робити. А це Тетяна Курочкіна, майстриня, яку ви вже знаєте досить добре, можемо казати співведуча. Сьогодні що, Таню, що будемо робити? Тому що я зараз залишаю тебе з Інною, побіжу, зроблю нам чай і потім поговоримо. А ми поки що займемось нашими жіночими справами. Сьогодні ми займемося підготовкою к грядущему празднику 14 февраля. Ось так. Я думаю, что все планируют сделать романтический ужин, особенно у кого есть вторые половинки. Вот. Мы сегодня сделаем дерево любви в сердцах. Угу. Для украшения, собственно говоря, романтического стола. О, виробіть прикраси, а я піду для романтичного столу, зроблю чай. Хоч не сильно романтично, але все ж таки. І печиво захопи. Добре, ну що ж, залишаю вас, ви починаєте зробити. Друзі, я хочу вам також сказати, що це дерево кохання ви зможете виграти сьогодні у нашому ефірі, якщо зателефонуєте нам за номерами, які побачите на своїх телеекранах. Тож, Танюша, давай розпочнемо. Вначале я розкажу, що нам понадобиться. Я взяла живий самшит, который предварительно нарезан, сухие ветки, которые мы предварительно окрасили. Веточки у нас какого дерева? Это сирень. Сирень с ее семенами. Банты из органзы. Вот такие сердца, которые нам пригодятся в дальнейшем украшении. Я расскажу, как они делались. Сухоцвет, бусины и пайетки. Вначале я хочу обратить наше внимание на нашу вазу. Сейчас я покажу, как она делалась. Изначально это была обычная стеклянная бутылка, которую мы выбрали синего цвета. Если вы заметите, на ней вот такие сердца. Сердца эти делаются очень просто, с помощью силикона. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот таким образом. Ви можете повторити на любой своїй бутилочці. Тож ми з силиконом просто робимо контур серця. Вот таким же образом я сделала. Необходимо его потом окрасить, после того, как оно высыхает, аэрозольной краской, и получится вот такой эффект. Танюш, а как его снять с этой подставки? Потому что, насколько я знаю, силикон же прилипает. Нет, мы наносим, я показываю, показала, чтобы наши зрители знали. А наносим мы непосредственно на бутылку? Мы наносим непосредственно на бутылку, да. Понятно. Ждем, когда оно высохнет, и окрашиваем. Можем пройтись кистью, то есть для дополнительного эффекта. Сейчас я хочу украсить сердца, сделать их немножко розовыми на нашей бутылке. Для этого нам понадобятся вот такие пайеточки. Пайеточки у нас тоже могут быть любого цвета, а кому который нравится. Абсолютно. Мы наносим немного силикона уже вовнутрь наших сердец. А с ними ничего не случится от термообработки? Аккуратно нужно делать это. Нет. Вот таким образом. И уже преображается наше сердечко. Да. Мы прокрасили аэрозольной краской бутылку, но я понимаю, что серебряной краской, а синей тоже мы красили? Или эта бутылка была уже синяя? Нет, эта бутылка была изначально синяя, просто выбранная мною. Бутылка может быть прозрачная, либо любого другого цвета. Это может быть баночка. То есть все зависит от того, на самом деле, какой вам необходим объем горлышка и что вы планируете делать. Либо это будет куст, либо это будет небольшое дерево. Понятно. Теперь у меня еще один вопрос к тебе. Кроме пайеток, чем еще мы можем украсить наши сердца? Наши сердца в данном случае украшались тоже акриловой краской и яичной шкарлупой, которая заранее была просушена и заготовлена для мозаики. То есть просто просушили немножко и раздробили, и приклеили? Да. Так, я хочу показать красоту такую нашим телезрителям. Такие вот сердечки. Я бы никогда не сказала, что это яичная скорлупа, но... Создается благодаря ей мозаичный эффект. Мы сделали наше сердечко вот такое вот, розовенькое. Отлично. Теперь мы начинаем компоновать наши деревца. Мы берем наши веточки сирени. Да. И по одной начинаем вставлять. Мне интересно, как они там будут крепиться? Или они будут в свободном полете? После того, как я помещу их все туда, заранее нужно... Мы их проклеим. Заранее нужно продумать... примерить, какое количество веточек у вас туда поместится. Как всегда, мы сначала примеряемся. Да, конечно. Веточки у нас разные, есть большие, есть поменьше. Кроме сирени, вот если сейчас нет в наличии, что можно еще взять? Это могут быть ветки абсолютно любого дерева, то есть мы же их окрашиваем.
Так, следующий мой вопрос. Я, наверное, сейчас выгляжу как почемучка, но правда очень интересно. Самшит, да. Я так понимаю, он живой, он не засушенный, он не завянет? Мы можем его подпитать около среза. Мы его приклеим сейчас и можем подпитывать его около среза губкой с водой. И он за это нам скажет только спасибо. Первый раз, конечно, такое слышу. Хороший совет. Так как эта композиция, в принципе, временная, то есть рассчитана только на праздник, на несколько дней самшит сохраняет влагу довольно-таки долго. Но подпитать мы его можем таким образом. А я напоминаю нашим телезрителям, что по номерам, которые вы видели на своих телеэкранах, вы можете к нам позвонить и выиграть себе вот такое дерево любви, которое мы сейчас только компонируем. Мы начинаем приклеивать самшит. Ото ж, Танюшко, я повертаюсь до тебе, наш Вітя. А я повертаюся до вас уже, мчу. Дівчата, чай, як і обіцяв. Чай і печиво. Який дерево, як і обіцяли. Так, і печиво, як і обіцяв. Танюшо, поки я там розмовляла з нашою телеглядачкою, я бачу, що ти вже як справжня майстриня-фея все зробила. Ми додали сухоцвіт, самшит і наші заготовлені серця. Нам осталось украсить тільки бусинами. Которые будут вот на таких. Наши бусины, я смотрю, на ниточке. Да, нанизаны. Мы выбирали серую нитку специально, тон нашей покраски и розовые бусины. Такая у нас красивая композиция получилась. Танюш, а ты уже приготовила подарок своей второй половинке? Готовлю. Он в процессе. В процессе. В процессе? Да. У вас какая традиция? Ты заказываешь подарок себе или ты ждешь сюрприз? Нет, я люблю сюрпризы. Сюрприз. На любой праздник, в принципе, я люблю сюрпризы. Как правило, не хочу знать то, что мне подарят. Ось так, а я больше полюбляю. Ну, как, сюрпризы тоже хорошая речь, но все-таки полюбляю больше, чтобы было то, что хотелось бы. Витюню, а повідом для нашей редакции, что бы тебе хотелось? Щоб ми, дівчата, знали, що тобі дарувати. Трикімнатна квартира в Києві, машина можна, ну так, BMW якась. Вітюню, ти, мабуть, щось переплутав. Наша редакція не в Києві, в Миколаєві. А, ну тоді хоча б трикімнатна в Миколаєві. Ну ми подумаємо над цим питанням, можливо, тобі збудуємо не тільки трикімнатну квартиру, а й цілий будинок. Я так розумію, завдяки Танюші, да, і її пістолету. Да, пістолету. Я вже почала думати. І картону, так? Да? Ні, ну ми візьмемо матеріали поплотні. Какие-нибудь. Ну, щоб ти не замерз, Вітюня, тому що зима дощ, в нас холодна. Да, не розмокла просто. Поставимо тобі у фото. І буде тобі, Вітюня, дуже тепло. Ось так, бачите, як вони мене ображають. Київ чому хороший. Ми тебе ображаємо? Любим. Бачиш, навіть у фото Нюша сказала поставити, щоб не змерз і не захворів. Ось так. Добре, пийте чай, пийте. Пийте. Так, да, це так сказати. Мені так, нібито ти тут отруту вже намішав. Ні, все нормально. Так, ми дивимося, вже останні банти прикріплюються до цієї композиції. Я дивлюся, як ви встигли. Просто, я чаю, я сама дивлюся тим, як Танюша своїми ручками так швидко тик-тик-тик, і вже гарненько зроблено. Все зарані придумано, благодаря заготовочкам. Угу. А якщо брати час саме з заготовками, скільки це займе часу? Ну, не більше часу. В принципі, не більше часу. Ну, для нас з тобою і день піде. Угу. До речі, хотів запитати, якийсь грузик на низ цієї пляшки ставили чи ні? Ні, вона стеклянна, вона доволі таки устойчива, літає, так скажем. І ще питання таке, вже меркантильне просто від людини. Це тут прикріплене дерево, чи воно буде вилітати? Ні, ми його зараз прикріпимо. Ага. Це в саму останню очередь. Ось так, бачите, ну, не даремно запитую, розумієте? А я б не прикріплювала і просто змінювала композиції на цю вазу. Та ні, можна міняти. Що простіше просто різнокольорові пляшки поставити. Вот, собственно говоря, ми його закріпили, ми немножко внутрь туди заливаємо силикончика. І ось така у нас гарна композиція вийшла. Все. Яку ви можете, зателефонувавши нам до ефіру, забрати собі додому і на День Святого Валентина вона буде прикрашати ваш столик. Отож, не вагайтеся, телефонуйте, номер телефону ви бачите на екрані 0512, якщо ви телефонуєте з мобільного телефону, ставте перед цифркою 76, отож 0512 76 92 42. Телефонуйте, це номер нашої студії. А ми дякуємо тобі, Танюша, за те, що щоразу, коли ти приходиш, ти дійсно дивуєш нас своїми витворами. Ну і будемо сподіватися, що на наступний тиждень вигадаєш іще щось неординарне. Обов'язково, я думаю, що ми поговоримо о самому подарунку. Отож, друзі, наступної п'ятниці дівчата, на вас чекають. Дівчата, я пропоную чоловіче якийсь подарунок робити, а я, поки будете ви його створювати, піду і зателефоную до студії і якраз його отримую. Ну,
подумаємо на це. Ось так, розумієте? Ну, звичайно ж, ми жартуємо. Так, пригощайтеся чаєм.